Всем привет, дорогие подписчики, гости моего канала. На связи снова Дровишка, и мы с вами снова играем Dead Trigger 2. Сегодня будем с вами использовать штурмовую винтовку Tower TAR-21. Боезапас нормальный, скорость стрельности обалденная, дальность средняя. И будем использовать пистолеты-пулеметы Крис Вектор. Дальность совсем чуть-чуть, скорострельность зато максимальная, боезапас сойдет. Так, ну и начнем мы, продолжаем проходить войну. Так, охрана отстой, защита тоже отстой, уничтожение. Пробуем еще раз уничтожение, надеюсь, это громкоговорители будут. Есть, громкоговорители. Так, не забываем про хрюшку. Крыша, которая тут спрятана. Ну, нормальный такой, что можно сказать. Эта штурмовая винтовка. Довольно прикольная. Надо будет, ну, потом отдельный ролик сниму, чтобы можно приближать сделать, и на не на автоматическую перезарядку, а самому чтобы перезаряжать. Долина, надо свалить маленько. А то привык в этом, как Shadowgun Legends, два раза нажимаешь, как бы, чтобы прицел появился. Здесь так не получается. Блин, буду тупить, что ли, я не пойму. А, я просто застрял. Блин, скорострельность хорошая. Блин, патроны закончились. Офигеть. Так, это у нас вектор. Ну, это вообще скорострельность максимальная. Она и чувствуется, в принципе. Пару раз она уже... Зомби уже уничтожены. Так, ну ладно, нам надо хотя бы парочку-то уничтожить этих громкоговорителей. Или потом, когда будет 20 тысяч, тогда я буду уничтожать. Пока еще, ладно, можно так победить. Чем меньше их уничтожаешь, громкоговорителей, тем больше их, конечно, количество зомби этих. Тем больше можно получить денег. Так, ну-ка. Блин, вот все время косяк, то что лучше у них не бывает далеко, потому что я блин, это вот опасный чувак на самом деле. Вот этот чувак опасный, блин. Блин. Все знают, что его надо убивать как? Блин, его надо убивать, когда он... Блин, я вообще не пойму, где он. Я побери. Блин, ну и фига себе, патрон заканчивается быстро. Надо было курицу брать с собой. Короче говоря, когда он пробегает мимо и становится спиной, тогда его можно убить. И с патронами, да-да. Да-да, вообще с патронами. Да, теперь буду знать, потому что на такие оружия, то есть на штурмовой дробовик, вот, штурмовую вот эту винтовку, и на вектор нужно брать с собой курицу с патронами, потому что патроны быстро разлетаются. Моментом просто моментом. Даже ящики не спасают, офигеть. Только подошел, сразу все уже закончили. И здесь вот чувствуется, на этом штурмовом, на этой штурмовой винтовке чувствуется, вроде тут как бы тридцатник магазин, но так как скорострельность большая, то... Быстро заканчивается, прям моментом. А вектор вообще быстро закончился, вообще жесть. Но на то они и скорострельность большая. Так, дальше там не клон же, а можно идти здесь. Отлично, отлично. Так, сейчас где он там, вот он. Давай, мимо пробегай. Он как бык. И потом просто на спинку. Раз, ой, почти получилось.
нормальное количество здесь. Если вообще ни одну не уничтожить, прям... Прям толку получается. Блин. Так, ну ладно, 13 тысяч, ладно, еще чуть-чуть до 20 добьем, и тогда потом начнем уничтожать. Вообще патронов нет, офигеть. Надо переходить на ближний бой, так сейчас и перейдем. По крайней мере, поднакопим эти такие патроны. Когда у вас патроны заканчиваются, вот как у меня сейчас, то просто переходите на ближний бой, и таким методом вы можете спокойненько заработать себе нужное количество патронов. Карандабай. Прям вообще за жизнью жопа полная. Так, ладно. Так, возьмем ближний бой. Ножики. Ножики в траве. Ой. А это так быстро не бывает. Это 4 раз. Обычно из 2 раз. Ёлки-моталки, меня сейчас убьют. Давно не играл, прям вообще жесть какая-то, черт. Ой, блин. Ни хрена себе. Ну, закончился. Не вовремя. Мы же не можем оторваться от нее. На паузу нельзя нажать? Ну, можно, блин, ну ладно, сейчас уже, хрен с ним. Все, патроны, короче, набрали. Так. Давай. Да докром добавь, их так много-то. Там взорвалось что-то. А, когда он взрывается, вы не получаете, короче говоря, никакие эти ништяки, то есть, вроде, эти, как вон. Блин, тут еще эта карта, она длинная, тут хрен найдешь эти громкоговорители. Надо, короче, хотя бы один оставить, а все остальное надо уничтожить. Так, где-то что-то я мимо прошел, что ли. Блин, прям количество нормально так. Блин, еще этот появился, опять. Она включается, она выключается. Техника сразу включается. Не, ну это не порядок, что за фигня? Так. Ладно, где она? А, о, зато крыс тут есть. Блин, я эту карту не знаю ни хрена, ё-моё. Я походу сейчас проиграю, блин, делают 87. Так, ладно, там уничтожим потом. Блин, он не достает себе. Да где она здесь, блин? 85%, 94. Где она тут? А, вон она, блин. Так, сейчас тут еще этот говнюк появится, да, естественно. А, вот успел, я хорошо поставил. Успел уничтожить. Так, с той стороны, короче, скоро надо. Сейчас с той стороны зайдем и уничтожим. Вон, он как раз висит. Блин, 3 еще, офигеть. 3, так, надо быстренько искать и не сказать. Ну, один я знаю где, один там был. Блин. Не дай бог убьют еще. Так. А, вот на один есть. Так, еще 2. Где-то еще один здесь был, по-моему. Так, вот еще один отпустим. Так, и остался последний. Хорошо, последний у нас чуть меньше останется.
Блин. Ну, что можно сказать про эти два оружия? Про пистолет-пулемет «Вектор» и про вот эту штурмовую винтовку. В принципе, вы сами видите, скорострельность большая, но с этим оружием нужно обязательно брать курицу с патронами, потому что, ну, блин, патроны просто вылетают моментально. Дома ее еще с другой стороны, да, естественно. Да блин! Еще один толстяк. Еще одного не убил, не уничтожил, уже второй толстяк появился. Так, ладно, пока смотримся. Офигеть! Ладно, помощника поставим пока. Так, где последний-то? Так, 88. Где-то здесь должны быть. Не пойму, где, блин. Не там, что ли? Нет, не там. Где-то здесь, походу. Вот он, блин. Так, ну все, отлично. По крайней мере, знаю, где он есть. Теперь можно просто ходить и убивать, естественно. Уничтожать зомби. Так, у этого 25 не нужно. У того 30, у этого 25, но у этого скорострельность больше. Хотя могли бы сделать тут, конечно, больше магазин, хотя бы полкинчик. Тогда бы было бы более актуально. Так, ладно, патроны возьмем. Сейчас посмотрим, хватит хотя бы. А, мне даже ящика не хватает. Так, ладно. Ой, блин, это еще в узком пространстве, это самая говняная тема. Ну, так вообще подвезла. Вроде уничтожил все громкоговорители, кроме одного, но их все равно до хрена, блин. Не, естественно, там как у вас повышается уровень, и их становится больше, и они становятся сильнее. Но, блин, что-то здесь как-то их совсем много стало. Хотя, если в той миссии мы заработали сколько там, 40 с чем-то, не помню уже сколько, но 40 точно там будет, ребятам, а здесь пока еще, ну, еще, конечно, осталось, блин, опять он, ё-моё. Так. Блин, вот как раз он там. Беги, беги, малыш, беги. Вот он я, давай, давай, давай. Отлично. А иногда так фарм срывается, когда, допустим, ну, это же, в принципе, фарм называется сейчас, когда ты, не выполняя миссию, как бы, уничтожаешь, получаешь больше денег, ну, фарм, короче говоря. Иногда поставишь мину так криво, что она просто уничтожит тебе этот последний, вот у меня так частенько было. Ставишь ее не там, она взрывается. И, естественно, уничтожает громкоговоритель. Из этого расчета ты как бы и... Ну, то есть ты... Блин, вообще, ну все, 2 минуты осталось, успеешь. Последний год. Так, 41 тысяча. Наверное, все сделаю. До 45 минут получится. Блин, толстяк появился. Вот прям добавь. Смотрите, сколько количество такое. Офигеть, блин. Так. Нам осталось тут, в принципе, 2 минуты. Когда минут останется, он покажет. Так что все, сейчас нам осталось чуть-чуть продержаться. Я думаю, до 45 я добью. Так, 4, да, добью точно. Ну, это хорошо, что ему приходится ждать. 5, 44. С патронами, да-да. Ой, 60 секунд, все. Так, 45 набил. Не знаю, появится сейчас мини-босс еще или не появится. Может, появится даже. Мы еще получим около 700 долларов. Блин,
Ё-моё, ё-моё! Что-то много потратил подписчик прям вообще. Так, ладно, все, побежали обратно. Чисто если все 30 секунд осталось. Блин, появился он все-таки. Успеем, не успеем. Не успеем, успеем, я думаю. Успеем, шаги кто-то поставлю. Есть, все, успели. Все, забираем 15 секунд, убегаем быстрее, быстрее, быстрее. Все, есть. Успели, короче говоря. Уф. Вот таким методом фармим, но это как раз серия роликов будет как бы, ну, относиться к войне, где мы будем проходить, как раз зарабатывать очки и добиваться 115 тысяч. 14 тысяч очков заработали. В принципе, сейчас посмотрим, сколько там уже стало. Но до 55 еще, конечно, далеко. Но как раз пока вот это все будут видюшки идти на войну, я как раз попробую все эти, как вон, ну, оружие, которое у меня есть в арсенале. Ну и вам покажу. Так, что тут у нас получается? Мир. 30, 44 тысячи. То есть в следующий раз уже будет 55. Так, если 14 тысяч за миссию дают, грубо говоря. Короче говоря, для самой оптимальной для фарма это вот уничтожение, где надо уничтожать эти громкоговорители, и запасы, где надо собирать ящики. Собираете 4, ну там, по-моему, 4 надо собрать, да, но собираете 3, короче, положили, и один у вас в руках остается, просто с ним бегаете и уничтожаете уже зомби, и как раз зарабатываете деньги. Все, на этом мы закончим ролик. Следующий будем уже опять с другим оружием пробовать. В этот раз мы попробовали с вами, значит, штурмовую винтовку Tower TAR-21. И был использован еще Крис Вектор, пистолет-пулемет. И тот, в принципе, хорош, но с боезапасом это просто жопа. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока.